фиксируйтесь, Женя вас там красивый. А или ты снимаешь? Или ты снимаешь? Привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Это кто такие красивые? И что это вы к нам сегодня приехали? А у нас сегодня день рождения! Алиса! Красотка мы! Пойдем подарок Феде там. Поздороваться, да? Феде. Обнимитесь. Да, Федя, обнимитесь, вы же девочка с мальчиком, это с мальчишкой. А он переживает, а она не выше меня. Нет, а как без енотов в доме енотов, да? Классненький, дай потрогаю. Ой, какой мягкий. Мне нужно еще посидеть. То, что я коплю. А ура, бомбочки! Я их коплю. Это бомбочки? Да, я коплю много бомбочек. Там их прям очень много. Раз, два, три. Не-не-не, там и не все видно. А, ну извините. Так, Соню не видно. Так, давай вот так вот. Видно, видно. Я видео делаю. И ты вставай. А, ты Ян, а ты туда, между Федей и... И Ангелиной? Ангелиной, да. Алиса. День рождения у енотов. Точно. Гости, машем на видос. Яна, может, тебе тоже чай надо? Да, да. Наташа, налей, пожалуйста, мне чай. Да, я сейчас пока детям все разложу. Дети, вам ко можно сыграть, конечно. А в сзади кексик стоит, смотрит на вас. Ты видела? Валялся. На пилках валялся. Работать будем? Работать будешь? Ой, какой нарядный. Ты ж потом что-нибудь ставишь, да, сюда? А? Музыку какую-нибудь ставишь сюда? Ну, конечно. Давно малыш не работал. Нет, валяться не надо, Кекс. Стой. О. Фу, фотку. Там маленькую сделай красивую. Ой, красивая такая фотка получилась. Поближе можно. Прям поближе, поближе, поближе. Так сразу свету дает. Серьезно? Да. Он всегда так делает? Да, он любит смотреться. Ой, да красавчик. Мой, конечно, красивый какой. Красавчик. Вот такой бантик нацепили ему. То есть на него можно сесть? Мне кажется, он не очень важен. Давай. Я захотел помочь. Скорость стоял. Не ногу прям? Да. Растяжка была давно, в 15. О! Дикая лошадь! Дикую лошадь, да. Так, ты сильно не визжи, а то кексик может испугаться. Ян, беги вперед, с переднего ракурса. Мне главное, знаешь, пока я бегу, никуда не сшибиться. Куда вы будете идти? Фотку сейчас сделай. А, фотку? Красиво, вот с той стороны. На фоне машины. Так, а фотку как? На какую надо жать кнопку? А, на вот эту, на серединку, да? Ага, все, я поняла. Подожди, надо с этим... Стой. Ты резвый осёл для осмазки. Вот отсюда. Хрустит, мне кажется, сколько килограммов. И поближе. Он до 50 выйдет. Мой огонь его заряжает. Нет, я фотку делаю, я нашла. Я первая. Вот отсюда с ребятишками.
можно сказать, для этого и приехал. Вон туда доедем. Давай. Нет, сейчас кормить нельзя, он катается сейчас. Да, пошли. Девочки, я вас не могу сфотографировать, потому что вы спинами. Так, Алис. Подожди. Ага. Нет, ну, сейчас время пока есть. Пока выключил. Не выключил. Лучше держись крепко. Тихо, тихо, кексик, тихо. Алиса? Чтоб он пошел. Кексик. О, реально пошел? Ты не прыгай на нем. Нет, не прыгай на нем. Ему больно. Просто погладь его. И гладь его по спине. Видео. А, видео? Я стою здесь. Всем будут кормить. Ты не будешь, да? Хорошо. Ну, я аккуратно беру, да? Я не знаю. Дочь, смотри, чтобы руку не откусила. Ага. Они не кусают. Ладно. Слышишь, что Женя говорит? Нет? Если сейчас много, то сразу все съест. Улыбайтесь хотя бы. Вы что там стоите, как видите? Кара! Нет, нет. Вот он мне. Какой? Только весь съест. Алиса, смотри, что у меня есть. Все, одна штучка. Ой, тихо-тихо, не роняйте. Не роняйте. Он не нападает, он потихонечку берет. Так, поднимайте с пола, кто чего уронил, поднимайте. Что ты фыркаешь? Он с пола не любит. Ой, потому что ему что-то... Как они стоят? Ой, они дорого. В смысле не умеешь? Вы мои холёси? Вообще, мне кажется, у вас очень счастливая компания получилась. Ага. Так, давай, Соня, обнимай этих странных. Не надо. Кара, садись, она сейчас за печеньем придет. Они сейчас за печеньем сами придут. Алиса! Купай эту штуку. Капюшон одень, капюшон одень. Давайте одену. Что, маме не хотят одеть? Аккуратно, аккуратно. Она сейчас блестяшку пытается отковырять, наверное. Может, поцарапает. Так. Качелька. Ну, она мне хочет испортить капюшон. Заплести волосики хотят. А у меня будут есть. Кара, на меня смотри.
Ну ладно, насколько видно, потом у меня. Все, играйте. Меня едят.